Добрый день, пришел мне фонарь конвой X3. Такого еще у меня не было. Взял на пробу, вроде неплохой фонарь. Стоит светодиод XML2 O2-1A с 8 драйверами 7135, ну стандартная, можно сказать. Обычно беру светлый светодиод. Вот так он выглядит, фонарь. Здесь у нас металлическая окантовочка, достаточно тяжелый, по-моему, 308 грамм заявлено было, но можно померить. Вставляется вот в такой коробочке, совсем простенькая картонная коробка. Типа картонные упаковки такие делают. И в наличии у нас переходник под батареей 18650. Также в комплекте вот такой переходничок под батареей 2А. И это, наверное, единственный фонарь из конвоев, которые я видел, которых можно использовать батареи 3, ну 2А. Такие обычные, не литий. Вот так это все выглядит. Сейчас померим. И можно использовать обычную, точнее не очень обычную. Достаточно редко такие используются. В основном 18650. 26650. Это у нас Литекало, еще не тестировал. Литекало 5000, по-моему, миллиампер. Надо будет протестировать. Уже может закупить. Единственное, у него плюс не выпирает. Так что вот, например, конвой L6 они не подходят. Не соприкасаются они контактами. А, хотел взвесить. Давайте, пока ничего нету. Сколько он весит? Потому что на некоторых сайтах по-разному заявлено. Вроде на некоторых 308, на некоторых побольше пишут. Ну вот без всего, видно, без, может без переходника, 269 грамм. Здесь у нас сталь. Типа все было смазано, все хорошо. И в комплекте также вот две резинки дополнительных. Можно открутить, посмотреть. Так это все выглядит. Все аккуратненько. Здесь вот достаточно необычно сделано по сравнению с другими конвоями. Поставляется он, бывает точнее, двух цветов. Вот такой светло-серый и темно-серый бывает. Попробуем с таким переходничком. Достаточно плотно ходит. Здесь у нас тоже резинки. То есть болтаться здесь ничего не будет. Так это все выглядит аккуратненько. Протестирую, может быть, проверю, как вот с этими светит. С обычными батарейками. И уже с литием. Будет ли разница? По-моему, два режима есть. Так же, как на S8, на C8. Вот средний был, максимальный это. Стробоскоп и SOS. Также можно менять в режиме, минимальном режиме. Должно моргнуть. Выключаем, включаем. Вроде должна пропасть SOS. Да. Это хорошо, потому что не всем нужно SOS да стробоскоп. Ну так, вроде аккуратненько сделал. Разбирать, наверное, голову не буду. Можно попробовать. Размеры у него достаточно большие. Тяжело вытащить, очень плотно. Эти резинки не дают болтаться. Так, у нас здесь плюсик подписано. И минус. Вот интересно сравнить. Видите, ну тоже очень ярко светит. Ну, здесь не сравнишь особо. Так все работает. Диаметр головы у нас достаточно большой. Почти 5,5 сантиметров. То есть, не знаю, если взять вот конвой L2, то здесь у нас 6,5 тоже разница. Вот
достаточно видно, большая, целый сантиметр. Но если сравнивать Convoy C8, то здесь тоже большая разница. И светодиод, ну, тоже глубоко посажен, наверное, будет светить далеко. И отражатель у нас гладкий. Так что, ну, надо будет тестировать и проверять. Но здесь немножко побалтывается вот эта кассета с батарейками. Немножко дребезжит. Попробуем вот эту батарейку. Здесь она еще больше, наверное, будет. Хотя если сейчас плотненько закрутить, немножко болтается, но в нормальных пределах. Задавайте вопросы, мне уже пожелания выставили. Мне пришли несколько фонарей. Вот М1. Буду тестировать, сейчас на улице потемнее станет. Буду тестировать, сравнивать разные фонари, какие у меня остались. Так, спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока-пока.